Всем привет, давненько нас не было на ютубе. Взяли новый гараж под бизнес. Вот тут такая печечка, сейчас то есть, пробуем ее, топим. Ну уже, кстати, от нее тепло, прям, да, вообще прям она горячая. То есть с обогревателем вообще не сравнится. То есть обогреватель вообще ни о чем. Специально взяли гараж с улицы, чтобы вес был удобный. Ну если что, там газель может какая-нибудь. Вот, я тут уже понемножку прибрался. Чуть-чуть бумажек осталось, валяется. Вот, двери здесь утеплены уже пеноплексом. Только надо пену обрезать и подзашить маленько вагонкой. Сейчас расскажу, что планируем провести здесь. Так, ну вот этот вот люк я буду менять, его какой-то весь кривой. Сюда сделаю фанеру, наверное, крепкую такую поставлю. И к ней ручку какую-нибудь из веревочки. Здесь хорошо уже полочки сварены из уголка толстого, то есть можно тяжести всякие ставить. А, вот эти вот доски, я думал, тоже сжигать и поменять их потом, сдачи нормальные привезти, эти уже гнилые все, вот можно ими потопить, кстати. Тут раз, два, две полки из досок. А это что такое? Это оргалит какой-то или ДСП? Ну, короче, говно какое-то. Вот, здесь еще такая полка есть на всем протяжении. Тоже из железа сделаны, брусочки он оставил, ну, потом придумаем, куда их девать. Здесь мне вот свет не нравится, вот эти галогеновые лампы дебильные. Я их буду убирать полностью. Ну и ставить обычные лампочки накаливания. Тут вон какая система у них. Там вон катушки какие-то медные. То есть тут это, вот это металл все пойдет нафиг. Только куда утилизировать эти вот галогеновые лампы, надо еще узнать. Их просто так выбрасывать тоже нельзя. Там ртуть содержится. Проводка здесь вся сделана новая. Провода полторашки здесь медные идут, по всему гаражу раскинуты. Сам гараж 27 квадратов. Вот еще что понравилось, тут комната дополнительная есть. Вот, в этой комнате будет типа мастерской. Вот это вот все железо, эту всю гадость я буду отдирать. И обошью, наверное, фанерой какой-нибудь красивой, покрашу, может. Сейчас тут деру, посмотрю, что под этой фигней вообще находится. Вот, а пол здесь... плитки, а внизу вообще земля или песок. Вот пол здесь надо будет дополнить вот такой же штукой, и сверху вон утеплитель уже есть, вон он специальный под линолеум, и линолеум я сюда положу. Наверное, эта комнатка такая холодненькая относительно, то есть типа холод тут держится до сих пор еще с зимы. Вот сейчас начнем разбирать это все дело и смотреть. А, еще здесь есть такая вот маленькая комнатка, типа, под хранение резины, ну и всякого барахла. Она где-то 1,5 на 1,5 метра квадратных. Вот, там буду резину хранить. Ну, может, еще какие-нибудь штуки там. Вот, сейчас приступим к разбору. Все, почти закончили. Отбирать эту штуку. Я что подумал? Вот эта комната. Мне кажется, нафиг не надо ничем отделывать дебром. Надо будет стены зашкурить. Подровнять маленько, да покрасить просто белый цвет, и все, тут и места больше будет. Чтобы место тут реально нормальное. Пол сделать нормальный, повыше поднять его, линолеум положить, и все, использовать как кладовку чисто. Ну, короче, подумаю еще как лучше. Печку протопить. Здесь прям... тепло стало прям. Печка прям это хорошо горит. Греет ништяк. Подкинули дровишки, мы фигню, да, использовали вообще? А тут прям жарко аж стало. Ништяк.